Эй, любовь моя, Джесс. Эй, ты здесь? Охренеть! Чуть и штанов не выпрыгнул. Откуда тут эта фиговина? Джесс? Давай, выходи. Это не смешно. Ну, хватит. Не только нам пришлось встретить жутких местных медведей. Мне от этого нисколечко не легче. Думаешь, это они с нами разговаривали? Я не знаю. Не знаю, что лучше, чтобы да или чтобы нет. Ну, надо выяснить. Джош, конечно, сильно распсиховался. Да, он старался не подавать виду, но... Думаешь, зря мы о сестрах заговорили? Ну, для того мы сюда и вернулись. Да, мы приехали поддержать его, а не духов вызывать, а? Надеюсь, в романтической комедии. Ну как, в доме у Вашингтонов и не быть тайным уходом? Они могли и не знать о нем. Дом очень старый. Ну что, давай заглянем? Да, мы вперед. Не-не-не-не-не, ты иди. Вот, спасибо. Ah!
кто-то правда охотился на Ханну и Бет? Если так, то это просто полная жесть. Это написала мама Джоша. Она борется за восстановление справедливости по отношению к местным индейцам.